Всем привет! Делаю видеообзор трехспальной виллы в районе Майна, нахожусь в зоне бассейна. Свеженькая новая вилла, очень хорошего качества, в очень интересном исполнении. Сейчас мы будем ее смотреть. Сейчас мы находимся в зоне бассейна. Вот такой здесь бассейн, такого среднего размера, не совсем маленький, но и небольшой. Все хорошо, чистенько. У бассейна есть пара стульев, стол. Также здесь у нас есть гриль, душ и пара шезлонгов. Все отлично, такая вот комфортная территория здесь, мне очень нравится, чувствуется комфорт. Итак, теперь заходим в саму виллу. Здесь у нас получается гостиная с кухней. Начнем с гостиной. Здесь у нас такой вот угловой диван, очень все хорошо сделано, мебель вся чистая, свежая, это хорошо. Напротив дивана у нас есть телевизор, в комнате также есть кондиционер. И здесь у нас обеденная зона. Большой стол, 6 стульев, все есть, все красиво. Проходим дальше. Здесь у нас кухня. На кухне у нас есть двухкамерный холодильник. В холодильнике есть первый такой набор для гостей. Также у нас есть духовка, микроволновая печь, рисоварка, чайник, тостер, газовая плита, набор посуды, чай и прочее. Все, в принципе, хорошо, претензий нет. Все чистенько и аккуратно. Здесь у нас вход осуществляется на территорию виллы. Итак, пойдем смотреть спальни. Здесь у нас получается 3 спальни. Пойдем смотреть самую большую, самую первую. Здесь у нас самая большая спальня, большая двухспальная кровать. Есть большой шкаф, кондиционер, туалетный столик с зеркалом, тумбочка, есть небольшой сейф. Все сделано хорошо, приятно пахнет, и это классно. Все чисто и аккуратно. Только вот в этой комнате есть большой шкаф, и а также в ней есть санузел. Проходим сюда. Здесь у нас унитаз. Раковина, зеркало, зона душа, все сделано хорошо, претензий нету. На окне москитные сетки, все хорошо, нет неприятных запахов. Выходим из санузла, из этой спальни, пойдем смотреть вторую спальню. Эта спальня меньше, здесь уже у нас просто двухспальная кровать, тумбочки, светильники, нету никакого шкафа, есть кондиционер, 2 окна, зеркало и комод. Есть такая вот вешалка для одежды, можно просто повесить, но сложить некуда. Выходим отсюда и пойдем в третью спальню. Заходим сейчас в третью спальню. Она у нас по размеру находится между первой и второй. Она такая средняя. Большая двухспальная кровать, тумбочки, светильники, кондиционер. Все как надо. На окнах москитные сетки. Также я вижу, есть гладильная доска, есть утюг, комод, зеркало и вешалка для одежды. Но тоже не хватает шкафа. Рядом с этой спальней у нас есть санузел. Открываем, заходим. Такой же симметричный санузел. Раковина, зеркало небольшое, унитаз и зона душа. Все сделано хорошо, нет неприятных запахов, все классно. Также на этой территории этой виллы есть стиральная машинка. Сейчас я вам покажу, зона парковки, достаточно тихий райончик, все классно. Выйдем сейчас на улицу, посмотрим, что у нас на территории. Здесь у нас зона парковки автомобилей, мотобайков, есть стиральная машинка, вешалки для одежды, все очень хорошо. Большая хорошая территория, закрывается на замок. В конце немножко подведем итог. В принципе, вилла мне нравится. Очень хорошее исполнение. В хорошем месте, все тихо, хорошо. Претензий никаких нету. Все сделано довольно-таки качественно. И большой плюс, что в этой вилле еще пока никто не жил. Все сделано хорошо, мне придраться не к чему. Я посмотрю, что у нас тут за домом. В принципе, мне все нравится. Здесь просто такая вот зелень. Минусов я здесь не нашел, вилла находится в хорошем состоянии, поскольку она свежепостроенная. И я могу смело вам ее рекомендовать для хорошего отдыха. Ну и на этом все. Всем пока!